28 сентября в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие психолого-педагогических классов, традиционно начавшееся с гимнов Российской Федерации, Республики Татарстан, Елабуги и Казанского федерального университета. С приветственным словом на главную сцену вуза поднялась директор Елабужского института Елена Мирзон. Заслуженный учитель Республики Татарстан поздравила участников проекта с выходом на новый уровень в профессии педагога и выразила благодарность за эту исключительную возможность. Я очень надеюсь на нашу совместную продолжительную дружбу. Еще раз всех с большим удовольствием приветствую. И мне очень приятно, что это тот проект, который сегодня поддерживают и инициируют очень многие важные и серьезные люди. На сцену во время мероприятия неоднократно выходили представители образовательной сферы Республики Татарстан для того, чтобы рассказать будущим наставникам о широкой деятельности педагога. Она не ограничивается прочтением лекций и отслеживанием выполнения практических заданий. Особую роль играет нравственный и духовный облик учителя. В стороне не остались и представители Министерства образования и РТ. Так, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Роза Шаяхметова рассказала о зарождении педагогических классов. Мы иллюзиями себя не кормим о том, что стопроцентно выпускники психолого-педагогических классов будут поступать в педагогические вузы или педагогические направления. В жизни так не бывает. Но если даже 50-60% выпускников школ выберут профессию учителя, это уже будет для нас системная работа. Отметим, что в психолого-педагогических классах, базирующихся в Елабужском институте КФУ, будут заниматься 69 учащихся образовательных учреждений 4 школ Елабуги на период обучения школьников в средней школе в 10-11 классах. В этом учебном году запланировано проведение лекций и практических занятий в интерактивном формате по двум элективным курсам «Основы педагогики» и «Основы психологии». Карина Саяхова, медиацентр Елабужского института КФУ.